Губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому представили проект нового операционного блока Красноярской клинической больницы скорой медицинской помощи. Здание появится на территории БСМП, будет четырехэтажным, в нем расположится приемный покой, 12 операционных, 3 экстренных и дезинфекционный блок, который будет обслуживать все учреждения. Также для пациентов оборудуют реанимационное отделение на 24 места. Блок строится в рамках подготовки к универсиаде 2019 года и будет обеспечен современным медицинским оборудованием. По плану строительной работы продлятся 2 года. Глава региона ознакомился с предложенной программой и дал рекомендации по ее доработке. Было задано направление, в котором необходимо всем заинтересованным структурам комплексно решать данную проблему для того, чтобы качественно и достойно войти нам в универсиаду и, соответственно, самое главное, потом обеспечить наследие универсиады для того, чтобы мы оказывали более квалифицированную, качественную помощь жителям нашего города и нашего Красноярского края.